Активным участником выставки является и предприятие «Чувашавтодор» – современная, быстро развивающаяся компания, которая готова решить задачи любой сложности. Предприятие оснащено специализированной техникой и кадрами для выполнения полного комплекса работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, мостов и других сооружений. «Чувашавтодор» обслуживает более 2500 автодорог. Только с 2011 по 2012 годы построено и реконструировано 33 километра дорог, отремонтировано почти 50 километров дорожного полотна. В прошлом году «Чувашавтодор» достиг больших результатов. Объем выполненных работ было достигнут до 3 миллиардов. На сегодняшний день уже 3 миллиарда 200, что большой объем на прошлом году дал закупку новой техники на 270 миллионов, поднятие заработной платы. Заработную плату в прошлом году мы подняли до 23 тысяч. Сейчас бригада «Чувашавтодора» работает на строительстве не только федеральных, но и республиканских автодорог. Ремонт идет на трассе М7 в Ядринском районе, А-151 Цивильск-Ульяновск, федеральной дороги Вятка. Кроме этого, идет активная работа и в столице Чувашии. Новый город, Марпасадское шоссе, базовый проезд. На днях началась работа по реконструкции по проспекту Ивана Яковлева на участке от привокзальной площади до кольца проспекта 9-й пятилетки. На сегодняшний день при работе мы применяем новые технологии. Это армирование асфальтобетона геосеткой, использование шма, использование битумной эмульсии. Передовые прогрессивные методы и технологии, которые применяет «Чувашавтодор», позволяют продлить жизнь трассам. Кроме этого, такие дороги могут выдерживать гораздо более сильные нагрузки. А водители смогут с удовольствием ездить по дорогам и вспоминать строителей только добрым словом.